Шалом. Иисус Господь. Иисус – это Слово. Написано у Иоанна. Иоанн говорил, что и Слово стало плотью и обитало с нами. Дальше он говорил об Иоанне Крестителе, который не был светом, но говорил о свете, что он грядет. Иоанн не являлся светом, потому что он судил строго. Он призывал священников, фарисеев, законников, которые изучали слово, к покаянию. Наверное, Бог ему открыл, кого нужно требовать, в первую очередь, свет. Вот. Я тоже, видите, священником недовольна. Так что у меня миссия, наверное, какого-то там Иоанна Крестителя. Но Бог меня побуждает говорить и не умолкать. Потому что Бог есть любовь. И он стучится ко всем. Я непрестанно думаю о Боге, о Его истине, и на работе, и в поездках, и дома. Я ищу истину. Ну, Бог меня благословляет. Благословляет любовью в сердце, к людям, к окружающим. Вот. И я сегодня довольна жизнью, потому что Бог меня ведет необычным образом, а после этого благословляет. Я жертвую временем, рискую, может, даже жизнью, здоровьем. 3 часа ночи, все удивляются, кому не рассказываю, все удивляются, как я могла выехать на велосипеде в 3 часа ночи, ничего не бояться. Ни наркоманов, ни животных. Ехать через лес 25 километров. Со мной были ангелы. Я уверена, что Бог меня любит. Да. И это какой-то, знаете, такая жертва Богу угодная. Я думаю, что священникам тоже нужно делать такие жертвы. Потому что как бы рождаешься заново. Это стрессовая ситуация, но она имеет какую-то силу. Какая-то энергия от того, что ты движешься. Ну, это энергия всего. И небо, и звезд, и это все, оно тебя наполняет. И когда перед глазами стоит это красивое звездное небо, я, конечно, хотела увидеть восход солнца, но мне не удалось его увидеть, потому что был туман, во-первых. Во-вторых, были тучи. И закрыло небо. Не было эффекта восхода. Но от этого, конечно, я ничего не потеряла все равно. Вот. Да, такие вещи поднимают настроение очень сильно. Вот. Но как нас Бог любит? У меня сейчас стоит это вот 144. 144-й псалом. 144 тысячи описано в Откровении. Кто же не такие эти 144 тысячи? Якобы 12 колен Израиля. 12 колен Израиля спасается, да? И 144 тысячи избранных. И вот я перевожу свою подборку своих видео. Где-то, может, до десятка я уже перевела на все возможные языки. Вот. Ну, там надо включать эти функции и переводить. Ну, нажимать, оно все автоматически переводится, но все равно нужно время, чтобы каждое видео перевести На сколько языков, как вы думаете? На 144. Вот удивительно, вот посмотреть, вот открывается 100, субтитры, открывается 143, и тот язык русский, это 144. Откровение. Там больше языков. Но некоторые языки отскакивают, они не переводятся почему-то. То есть, ну, нету перевода.
А вот именно ровно 144 языка есть, которые, ну, есть в интернете или где они есть, они переводят. Переводит, автоматически переводит мои субтитры. Я получаю понимание о том, что что это все народы, к которым Бог обращается. Вот эти 144 тысячи – это все народы. Это не люди, это языки. Эврика, аллилуйя. Ну, а еще какое откровение получила? Что Богу угодно. Какая Богу жертва угодна? Дух сокрушенный. А кроме этого, Богу угодно, чтобы мы Ему поклонялись в истине. Если прочесть 144-й псалом, то оказывается, вот я сейчас ее открою, написано: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очень хорошее слово, обнадеживающее, что мы будем говорить о справедливости. Пожалуйста, вот она, справедливость. Господь падающих и восставляет всех низверженных. Даже на работе у себя вижу. Кто-то будет угнетенный каким-то неуспехом, переведут его на другое место, встанет и будет работать, и еще лучше покажет себя, чем кто. Вот такой Бог. Вот такой он справедливый. Он замечает, какого сердца сокрушенное, он замечает, как человек страдает, и он приходит на помощь, дает ангелов своих. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущие по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Вот я прочитала украинский перевод, там такого нету. А именно в русском вот четко в истине призывать Бога. То есть не хочет Бог, чтобы люди были слепыми котятами, и особенно священники, которые возглавляют церковь, а вот они рисуются. Они, знаете, как, есть такая категория людей, которые грязь лицом не хотят упасть. Вот они будут демонстрировать успех, демонстрировать знания, хотя их нету. Но они будут так вот, знаете, вот твердо выглядеть такими успешными. Это я не люблю таких людей, потому что ты сама начинаешь теряться, будешь уверена, что этот человек правильно все знает, а потом раз, и ты падаешь вместе с ним, понимаешь, когда он просто лукавый. Я таких людей не люблю. Надо уметь называть свои проблемы без лукавства. Вот. И сокрушаться. Я говорю, да, я не знал этого, я не прав. Я не все знаю. Вот. И это очень важное слово ко всем призывающим в истине. Бог оценил слово свое выше имени. Можно звать Бога как хочешь. И папочка, и Вседержитель, и Всевышний. Но Бог оценил слово свое выше имени. Иисус – Спаситель. Но Иоанн пишет в своем послании, в своем Евангелии. Иоанн обращается к нам и говорит, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью. И обитало с нами, полное благодати истины. И мы видели славу его,
славы как единородного от Отца. Слово стало плотью. Аминь. Опять-таки, Бог свидетельствует о жизни на земле. Я призываю всех, кто верит, что можно жить на земле, что нашу жизнь можно продлевать благодаря истине, благодаря служению Богу, благодаря тому, чтобы быть единым телом Христовым. Это новая земля и новое небо. И мы будем обитать здесь. И кто верит в это, прославляйте Бога. Кто верит в это, поддержите истину. Я хочу, чтобы люди свидетельствовали о том, что они верят, что они не разочарованы, что можно жить на земле, что можно обитать здесь и можно радоваться жизни. Это новое слово, которое никто еще не говорит. Все хотят куда-то убежать от этой жизни, почему-то настолько недовольны жизнью или ленивы, извините, я не знаю. Но почему так многие ищут этого восхищения, телепортации, что уже не придумали? Почему? Я считаю, что те люди, которые ищут правды, где-то, даже где-то в политике они критикуют власти. Эти люди на верном пути, потому что справедливость — это прежде всего. И Бог ценит справедливость. Он там, где справедливость, где стремятся к справедливости. Слово, оно — это большое значение. Положительное слово, отрицательное. Вот это категория людей, даже те люди, которые, может, жестко судят, может, как-то грубо говорят. Это образ Иоанна Крестителя. Он свидетельствовал о свете. Он был не церемонился с фарисеями. Он был груб к ним, жестко говорил. Но он свидетельствовал о свете. Вот это правда. Вот это образ для нас. Так что Бог потрясающе действует. И как Он любит людей, как Он дает через каждого человека, даже через тех же деток, через тех же... Всем Бог дает истину. И Он справедлив. Я благодарю Бога за жизнь и за тех людей, которые ищут, которые борются, которые, для которых грех и зло — это неприемлемые вещи, с которыми нужно бороться. И таких людей, истинных поклонников, поклоняющихся в духе и истине, ищет себя Господь. Это слово «поклоняющийся», истинных поклонников, поклоняющихся в духе и истине, ищет себя Бог. Поддержите Бога, ищите истину, потому что многие отступили, многие в тумане, если не во тьме, но являют якобы свет, возглавляют церкви, но в тумане. Да, пришел к своим, и свои его не приняли. Это истина, это слово, это 11 стих. Первой главы Евангелия от Иоанна. Пришел к своим, а свои его не приняли. Свои — это священники, которые говорят о Боге, которые являются служителями Богу. Они его не приняли. Они приняли истину. А истина — это то, что нужно искать. Оно не на поверхности. Она в Библии. И истина, она многогранна. Она на сегодняшний день, хлеб наш насущный. Она на какой-то период времени. И вы видите, Бог, Он странно ведет за собой. Странно. Куда-то надо срываться, куда-то ехать. Это что же Бог? Ну, если Бог так побуждает, то я же могла выехать, там, допустим, в 3 часа ночи. Он мне сказал, в 3 часа ночи я поехала. Послушание прежде всего. Вот такая вечность мне открывается на земле. Кто верит, подписывайтесь. Кто верит, распространяйте мое слово. Потому что нужно, чтобы
чтобы люди познавали, что нас ждет. Будьте благословенны.